Всем привет. Надеюсь, нас кто-то смотрит прямо сейчас. Сегодня я хотел бы рассказать вам про то, как в больших компаниях делаются игры, и поотвечать на ваши вопросы о том, как игры разрабатываются в целом в мире, ну и отчасти в компании Wargaming. Презентация будет построена плюс-минус по тем вопросам, которые были собраны до ее начала. Так что, в общем-то, это user-generated контент от нашей аудитории. Давайте начнем. Пару слов о себе. Меня зовут Зизюлин Александр. Мне 40 лет, и половину своей жизни я занимаюсь играми. Сначала непрофессионально, в качестве хобби, как любитель. А потом перешел в профессиональную лигу, стал зарабатывать этим деньги. Начинал я с экономических игр, которые проводились в поле, так сказать, в реальной жизни, с помощью бумажных денег, каких-нибудь там карточек, табличек и просто людей, которые собирались вместе поиграть. Закончил вот работой в Wargaming на позиции руководителя отдела исследований и разработки R&D. В процессе вот за эти там 20 лет успел поработать как в больших компаниях типа Яндекса в Москве, так и в совсем маленьких и в стартапах. Вот, поэтому, в общем, ну, могу поделиться своим опытом с разных точек зрения и с разных позиций на то, что происходит вообще в игровой индустрии с точки зрения производства, ну и издания тоже игр. Поработал я, собственно, в основном на позициях дизайнера, геймдизайнера, менеджера проектов, продюсера, ну и руководителя каких-то структурных подразделений, типа вот R&D, где я больше занимаюсь сейчас административной деятельностью, нежели творческой. Ну и творческой тоже. Вот, все, хватит про меня. Давайте пару слов скажу про наш отдел Research and Development, или исследования и разработки внутри Wargaming. Отдел достаточно скромный, маленький, и задачей его является поисковая активность в первую очередь. То есть находить и изучать новые пути развития для компании, для продуктов, которые мы делаем, для взаимодействия с нашей аудиторией. Делаем мы это, опираясь на три основные истории. Это первое – креативные методологии. Про них я дальше поговорю отдельно, поскольку про работу с идеями было много вопросов. И, ну, про креативные методологии тему я раскрою. Собственные разработки означают то, что мы сами делаем небольшие игровые продукты. То есть от самого начала, от идеи, от какого-то зернышка истины, которую мы нашли, до запуска игры в продажу, либо в оперировании, если это онлайн-игра. Вот, все это мы делаем как внутри, так и с помощью партнерских студий. Вот выше есть картинка из нашего нового, ну, уже не такого нового, ему год уже, шутера «Калибр», который мы делали вместе с компанией 1С Games в Москве. Там я был как раз продуктовым директором, и вот это один из примеров таких R&D-активностей, которые мы делаем. Кроме всего этого, мы еще занимаемся предоставлением некоторых сервисов для компании. Под сервисом я здесь понимаю то, что мы обеспечиваем какие-то потребности продуктов, в первую очередь продуктов компании, которые они сами закрыть не могут, либо не хотят нанимать для этого на постоянной основе какого-то человека. То есть, ну, скажем, есть у нас такой сервис, как Нарратив. И Нарратив, по сути, занимается тем, что маленькая группа сценаристов работает над разработкой конкретных творческих решений для продуктов,
Ну, то есть, грубо говоря, пишут сценарии, диалоги, придумывают персонажи. Поскольку, ну, игры у Wargaming, они такие в основном про то, как большие тяжелые военные машины сражаются друг с другом. Места для нарратива там очень немного, ну и штатной позиции такой у большинства студий нет. А вот такой сервис внутри R&D как раз помогает, с одной стороны, держать высокий уровень экспертизы, а с другой стороны, в момент потребности любому продукту приносить эту экспертизу и давать попользоваться. Вот, возвращаемся к производству продуктов, хватит уже про нас, поговорим про индустрию и про то, как игры делаются. Было несколько вопросов на тему того, а как вообще вот придумываются продукты. И я начну с того, как мы это делаем внутри нашего отдела исследования и разработки. Мы используем дизайн мышления, про него будет отдельный слайд. Мы очень сильно стараемся посмотреть на дизайн продукта глазами пользователя, а не глазами визионера, креативного лидера, не глазами художника. То есть мы все время пытаемся оказаться среди толпы, которая смотрит на картину, а не вот на месте художника, который там где-то в чертогах своего разума выдумывает, как эта картина должна выглядеть. Это, в принципе, часть дизайн-мышления, но я хотел это подчеркнуть, поскольку помимо дизайн-мышления мы используем еще некоторые подходы, и вот эта вот центрированность на пользователе, на его позиции для нас остается важной всегда. Также важным всегда для нас остается коллективное творчество. Мы считаем, что очень важно заниматься решением творческих задач, особенно требующих какого-то инновационного подхода, а не просто креатива. Очень важно заниматься, во-первых, в группе, во-вторых, в группе, которая обладает разными компетенциями, разными знаниями. То есть в идеале решением творческой задачи должны заниматься не только творцы, но и люди, которым потом эту задачу реализовывать. То есть, когда мы обсуждаем какую-то игровую особенность или там, ну, нового персонажа, новую технику, не знаю, новое оружие, что-то такое, важно приглашать туда людей, которые рисуют, людей, которые программируют, людей, которые дизайнят, людей, которые считают деньги. То есть вот такую группу собирать, которая может предоставить всесторонний взгляд на проблему, а не просто выразить свой творческий потенциал. Именно в таком коллективном творчестве при использовании научно обоснованных креативных методологий можно порождать идеи, которые будут, с одной стороны, инновационными, с другой стороны, реализуемыми. Это важно. Вот. Одна из методологий, которую мы разработали внутри, называется GameCraft. Я сейчас на GameCraft сильно останавливаться не буду. Если интересно, погуглите. Мы уже делали неоднократно лекции по GameCraft, в том числе вместе с кружковым движением, в том числе там, для Олимпиады. В общем, погуглите, есть материалы и на Ютубе, и просто в интернете всегда можно найти. Это, по сути, целая методичка лежит в публичном доступе. Мы этой методологией широко делимся. Завершая мысль про то, как мы работаем над идеями, мы стараемся взять креативную методологию, научно обоснованную, упаковать с ее помощью идею, проверить эту идею, про это будем еще дальше немножко говорить, пройти некоторый цикл в рамках MVP, то есть продукта, обладающего минимальной достаточной ценностью, попробовать этот продукт на аудитории, очень ограниченной, но все же аудитории, прежде чем делать полноценное широкое производство. Об этом сейчас тоже немножко поговорим, потому что дальше мы будем говорить про дизайн мышления. Дизайн мышления — это в целом, ну, такой комплексный подход к творчеству и созданию любых продуктов. В принципе, вообще любых, но я думаю, что продукты для бизнеса будут подходить хуже сюда, а вот продукты для конечного пользователя, в том числе развлечения, в том числе игры, очень хорошо
реагируют на применение дизайн-мышления в разработке. Что это такое в двух словах? Опять же, материалов по нему в интернете полно, в том числе учебные курсы. Очень рекомендую ознакомиться. Сама методология разрабатывается, пропагандируется Институтом дизайна в Стэнфорде. Она там же была, в общем-то, изначально развита. Сейчас применяется в очень многих стартапах, которые идут по пути Lean, Agile, когда очень хочется иметь гибкую разработку, и при этом не жесткое планирование, не жесткий вижен, а решение, поиск решения проблем пользователя. Методология дизайн-мышления предполагает, что творческий процесс, как таковой, нам важнее критического анализа. То есть мы не пытаемся сходу упереться головой в проблему, либо обнаружить проблему. Мы скорее воспринимаем весь контекст ситуации, мы пытаемся понять, какие условия привели к появлению этой ситуации, возможно, переформулируем проблему несколько раз, прежде чем начинаем ее решать, и стараемся не сдерживать креативный потенциал участников решения проблемы, говоря там, с ними сразу про ограничения, про что-то еще, скорее пытаемся вот, ну, нащупать путь, нетипичный для дедуктивного, скажем, мышления. Есть такое понятие абдуктивное мышление, которое противопоставляется отчасти дедуктивному, и это подводит меня к следующему пункту. В дизайн-мышлении очень важно опираться на гипотезы, на то, что мы выдвигаем гипотезы, а что если, а может быть оно вот так, и потом эти гипотезы пытаемся протестировать. То есть мы не принимаем решение по поводу гипотезы просто потому, что она нам не нравится, только потому, что она нам кажется идиотской. А мы делаем какую-то модельку, которая позволяет на реальных пользователях проверить, ну, верна ли гипотеза. Также важно в дизайн-мышлении установление связи между объектами, но это тоже часть, собственно, абдуктивного мышления, когда мы не пытаемся все деконструировать и сделать на основе этого вывод, а скорее, наоборот, конструируем связи дополнительные, в том числе нелепые, глупые, странные. Просто нам показалось, что вот А и Б связаны между собой, и мы такие, ну, а давайте предположим, что А и Б действительно связаны между собой, и попробуем на основе этого сделать гипотезу, модель, прототип и потестировать. Что, если вдруг они на самом деле связаны, и это нам заработает 100-500 миллионов долларов. Вот. Если идти по стадиям дизайн-мышления, то начинается оно с того, что мы пытаемся понять пользовательский опыт. Если у нас продукта еще нет, ну, то есть у нас нет реальных пользователей, а есть вот только какая-то зарождающаяся идея, там, не знаю, мы хотим сделать Майнкрафт-шутер какой-нибудь, например, да, у нас нет продукта, у нас есть аудитория других игр, у нас есть какие-то идейки, и, ну, в обычном пути разработки, в обычном подходе к дизайну, мы бы пошли делать прототип, какой-то геймплей, потом дали бы этот геймплей поиграться другим игрокам, а возможно сразу пошли бы делать альфу и бету, и вот потом запустили бы продукт, который, может быть, оказался бы никому не нужен. Ну или нужен, там, как повезет, тут мы очень часто играем в рулетку, делая игровые продукты. Вот. В случае с дизайн-мышлением мы идем к пользователю в отсутствие продукта. То есть вот нет у нас ничего, кроме идей. И мы в первую очередь пытаемся понять, а какую проблему мы решаем. Ну, там, не знаю, вот Майнкрафт-шутер мы делаем, потому что... ну, потому что вот в Майнкрафт прикольная графика, а хочется, чтобы там можно было бегать, прыгать, стрелять всех и так далее. Вот. Ну, проблема для нас, то есть, это то, что есть интересный art direction, нет интересного геймплея, ну, интересного для нас, для части аудитории. Вот. Мы пытаемся понять, а какая же это аудитория? То есть, вот кому хочется поиграть в Майнкрафт-шутер? Находим таких людей,
И в первую очередь, поскольку продукта у нас еще нет, мы пытаемся понять, а кто эти люди, какие они, чем они живут вообще. Ну, то есть не просто написать у себя абстрактно на доске «Вася Петров, 12 лет, играет в такие-то игры, на развлечения тратит столько-то». Это обычный подход. Ну, то есть обычный подход анализа рынка говорит о том, что вот Вася Петров, мы говорим, что таких Васи Петровых 100 миллионов в мире, и вот для них мы будем делать игру. Дизайн мышления говорит о том, что нам надо этому Васе Петрову буквально под кожу залезть, прям буквально разобраться, в чем его проблемы в школе, как он общается с родителями, какие фильмы он смотрит, в какие игры он играет, как часто он гуляет на улице. И вот все-все-все-все-все про него узнать, таких Васей набрать с десяток, не тысяч, а просто с десяток, на основе их построить какие-то закономерности, какие-то связи, как я уже говорил, выдвинуть какие-то гипотезы. То есть мы пытаемся пережить опыт конкретного человека, живого человека, а не абстрактной группы населения, аудитории. И это очень важно, потому что если вот этот этап в дизайн-мышлении не проходится, все остальное, ну, впустую. Потому что мы не стали пользователем, мы себя не почувствовали игроком. Вот. Дальше, погрузившись в проблему пользователя, в его жизнь, его боли, радости и так далее, формулируется конкретная задача, поскольку, ну, дизайн мышления – это процесс, который надо повторять много-много раз. Вот мы берем одну конкретную задачу. Не знаю, там, Вася Петров хочет стрелять. Вот он любит стрелять, а в Майнкрафте он не может стрелять. И дальше генерируем какие-то идеи, гипотезы, делаем прототип, который отрабатывает только и исключительно вот эту гипотезу про то, что Вася хочется стрелять в Майнкрафте, и потом уже собираем какую-то целевую группу, фокус-группу, там, не знаю, 50-100 человек, 1000, если это в онлайне делается, и собираем обратную связь. После чего возвращаемся обратно на этап эмпатии, назад, вот здесь в схеме про MVP, про минимальное ценностное предложение про продукт, который существует в миниатюре, здесь цикл нарисован именно потому, что мы постоянно-постоянно крутим этот цикл, мы возвращаемся, мы измеряем, мы слушаем обратную связь и дорабатываем таким образом свою идею, включаем в нее новые гипотезы до тех пор, пока не поймем, окей, вот эта штука, она упакована, она похожа на то, что будет потом зарабатывать на рынке деньги и много лет жить, и станет популярным. Фух. Секунду. От идеи перехожу, ну, от работы с идеями, перехожу к следующему вопросу. И вопросы были такого порядка, как, ну вот, расскажите, а как вообще продукт живет в компании? То есть как от идеи до запуска, какие стадии проходятся? Вот я, к сожалению, не могу рассказывать наши внутренние документы, то, что мы применяем в Wargaming, но в целом, если посмотреть на опыт игровой индустрии, есть некое понятие цикла, который называется Game Development Life Cycle или Game Delivery Life Cycle. То есть, по сути, цикл разработки, жизненный цикл разработки продукта. Вот. Эти циклы могут выглядеть очень по-разному в зависимости от компании, от того, какие процессы придуманы, какой менеджмент, как подходят к дизайну. Но в общем и целом можно выделить несколько понятных шагов, которые есть плюс-минус у всех. Шаг ideation, вот это вот идеи, упаковки идеи, он у всех плюс-минус одинаковый. В зависимости от применяемых методологий, он глубоко прорабатывается, либо просто пишется документ. Дальше от идеи через прототипирование мы понимаем, сколько вся эта история будет стоить, сколько времени занимать, какие... какой объем кода, контента и так далее нам нужно создать. Есть этап прототипирования, есть этап планирования, который вырастает из того, что мы идею положили на бумагу, возможно, положили в виде кода, проанализировали тот код, который получился, и поняли стоимость в деньгах, в сроках, в человеческих ресурсах. Вот, после чего строится уже команда,
делается, как правило, препродакшн, так называемый. То есть это процесс, когда мы стараемся не только спланировать, но и воплотить минимально каждую из существующих систем в игре, с тем, чтобы понимать, ну, что у нас все вообще работает. И также, кроме этого, снять риски, которые могли присутствовать на технологическом, например, уровне, на уровне дизайна. Ну, то есть, как пример риска такого, скажем, мы придумали, что у нас в мире будет бегать одновременно 100 тысяч аватаров, а большинство пользовательских компьютеров или приставок способны на экране отобразить только 10 тысяч. И вот мы с этим риском сталкиваемся в процессе, когда мы пытаемся смоделировать ситуацию. Еще игры нет, но вот мы там 100 тысяч одинаковых аватаров поставили на экран, поняли, что, а, нет, не полетит, пойдем переделывать дизайн. Вот, после чего происходит, собственно, разработка. Разработка может идти по-разному, опять же, в зависимости от того, как это в компании устроено. Это может быть просто группа людей, которая работает над всем сразу. Это может быть набор маленьких команд. Про команды мы чуть позже поговорим еще. Но, тем не менее, вот есть некий такой большой блок, разбитый на этапы, где игра просто разрабатывается. Ничего еще не произошло, кроме того, что она делается. Вот мы делаем, 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 и проходит какое-то время, там несколько месяцев, несколько лет, в зависимости от масштаба продукта. Потом наступает этап, когда уже необходимо продукт тестировать. Понятно, что какие-то минимальные этапы тестирования включены в процесс разработки, просто чтобы, ну, люди не писали плохой код поверх плохого кода поверх плохого кода. Вот где-то есть моменты, когда тестирование происходит до демонстрации пользователям. Но все равно мы в какой-то момент доходим вот до этапа, что нам надо тестировать уже полноценно, приемку по качеству делать полноценно. Привлекается либо внешняя студия, которая делает тестирование, либо создается внутренний отдел тестирования, который включается в процесс производства, он потом понадобится на всех дальнейших этапах, поскольку каждый раз, как мы выходим к аудитории, все, что мы аудитории показываем, должно быть оттестировано, даже если это маленький патчик. Вот, и мы доезжаем до этапа, когда у нас уже есть какая-то аудитория, мы готовы впервые поговорить о продукте с внешним миром, мы собираем узкую группу пользователей, 100 человек, 1000 человек. В каких-то играх это может быть и 100 тысяч человек. И начинаем с ними играться. Сначала по выходным, включая сервер игры, либо давая им новую версию игры время от времени, потом чаще. И так потихонечку доходим до полноценного бета-оперирования продукта, если это онлайн-игра, ну, либо просто бета-версии, если это игра не онлайновая, когда у нас есть плюс-минус полноценная версия, которую нам необходимо активно рекламировать, наводить на ней лоск, может быть, чуть-чуть дописывать, но чуть-чуть, и выпускать. В современных играх, в большинстве современных игр, есть еще такой момент, как сервис, и заметная часть игр зарабатывает сейчас на том, что они становятся сервисами, то есть они живут в онлайне, живут долго, делают дополнительные продажи различных вещей, там, услуг, контента пользователям после того, как игра вышла, либо вообще целиком всю модель своего заработка строят на том, что они живут в онлайне, может быть, на входе даже становятся бесплатными, такими вот как World of Tanks, как Calibur, и всю свою жизненную активность бросают туда, на оперирование, на то, чтобы жить после запуска. Вот. В теориях современных еще не очень отражена эта история про жизненные циклы продукта. Но, грубо говоря, с точки зрения разработки там все то же самое. То есть нам по-прежнему надо повторять циклы от идеи. А давайте доделаем в этой игре вот это, а давайте запустим новый режим, а давайте введем нового героя. Вот есть идея, дальше у нас все равно происходит какой-то препродакшн, планирование, разработка, тестирование, запуск. То есть, в принципе, в миниатюре для каждой конкретной маленькой части игры то же самое происходит и в оперировании. Вот.
Но добавляется в оперирование очень много того, о чем я сейчас, наверное, говорить не буду, но того, что является, в общем-то, паблишерскими сервисами. Там, от локализации до customer support, то есть поддержка пользователей, работа с сообществом, какие-то внутриигровые ивенты, монетизация. То есть вырастает целый новый слой, который, ну, живет в своем каком-то цикле и только синхронизируется с производством. Вот. Ну и рано или поздно случается так, что продукт закрывается, и это тоже важная история в жизненном цикле. То есть, как правило, про это не любят говорить, но это тоже важно и интересно, поскольку, когда продукт закрывается, мы вступаем в новые отношения с пользователем. Вот у нас был лояльный пользователь, он нам платил деньги, он с нами жил какое-то время, возможно, годами, и потом мы приходим к тому, что, ну, все, пора сказать до свидания друг другу, попрощаться, разойтись. И тут возникает и моральное обязательство, и юридическое обязательство легальное какие-то. Нам надо в какой-то момент оповестить пользователя, сколько-то времени дать ему еще попользоваться продуктом, возможно, компенсировать его предыдущие расходы и так далее. В общем, это интереснейшая тоже тема, поэтому в жизни продукта конец цикла тоже важно отмечать и помнить про него. Это не просто мы все закрыли, разошлись и делаем новую игру. Ух. Наверное, я на этом про этапы закончу. Секунду. Были вопросы про команды. И поговорим немножко про команды. Игровая разработка – это такой большой зоопарк с точки зрения того, как методологически устроено производство и оперирование. Очень многие компании делают все по-своему. Далеко не всегда, и это касается не только российского, там и русскоязычного геймдева, но и разработки игр во всем мире, далеко не всегда используется опыт из IT, из каких-то других индустрий. У нас, в общем, все умные, творческие и очень любят придумывать себе методологии, способы и так далее. Но если вот говорить про более или менее рабочие схемы, как вообще команды бывают устроены, то можно выделить несколько подходов, которые между собой чаще всего сочетаются, переходят один в другой. Вот. Первый подход, и он чаще всего практикуется в маленьких командах, в инди-разработчиках, которые вот только собрались все вместе, делают первую свою игру или, может быть, десятую игру, но остаются на одном уровне. Это история про всем скопом навалимся и будем делать вот классную игру. Все, вот нас там 10 человек, мы все делаем. Ну, там есть какой-то условный менеджер у нас, он там распределяет задачи, возможно, а возможно и не распределяет, и вот мы толпой все делаем. Такой подход, он может быть супер распланированный, может быть супер хаотичный, но по факту он говорит о том, что одновременно команда занимается вот нахождением в каком-то потоке. Они в этом потоке плывут и не могут отвлекаться. Нет возможности взять двум людям выйти или вернуться внутри потока куда-то еще, какие-то вещи доделать там позади. У них есть вот это вот направление, куда их несет. Проблема в этом такая, что, ну, сложные игры так не делаются, большие игры так не делаются, поскольку при нарастании сложности игрового продукта нарастает и количество систем, элементов, с которыми надо работать, количество багов нарастает, в конце концов, которые надо чинить. Пользовательский фидбэк появляется, который, ну, тоже обратную связь невозможно отработать, если ты в потоке и несешься к цели по заранее спланированному документу, по заранее нарисованному дизайну. Ну, в общем, повторюсь, вот эта история про все вместе и все сразу, это скорее про инди и начинающих разработчиков. Ничего плохого в этом нет, просто оно рано или поздно начинает во что-то мутировать. Вот. И самая частая мутация, которую мы наблюдаем при
особенно при нарастании штата, при увеличении команды, это создание так называемых feature team. Как это там у вас по-русски? Feature team — это, по сути, команды, маленькие группы, которые занимаются реализацией того или иного аспекта продукта игры. Например, мы говорим, что у нас появляется feature team, которая занимается стрельбой. И вот из всей игры они делают только стрельбу. Но для того, чтобы сделать стрельбу, нужны дизайнеры, нужны программисты, нужно время от времени, вероятно, привлекать человека, который занимается озвучкой. Нужны, конечно, художники, которые соберут автоматы и визуальные эффекты стрельбы и так далее. Ну, в целом, нужна какая-то группа специалистов с разными компетенциями. И вот эти специалисты объединяются во временную, либо постоянную команду, которая называется вот команда стрельбы. Также может появиться там команда, которая делает персонажей, или одного вообще персонажа, если мы говорим про какую-то огромную игру. Вот там есть персонажная команда, и она делает персонажей. У такой команды всегда есть какой-то лидер, так называемый владелец фичи, фичеровнер, и именно он отвечает за то, чтобы, ну, во-первых, реализация была классная. Вот он, по сути, такой, как вот есть разработчик игры, где-то наверху там директор игры, условно говоря, вот он такой директор фичи. Он должен прям все проконтролировать и вовремя доставить эту фичу, чтобы она в общий план разработки игры попала, и скоординировать еще, чтобы она как-то вот пересекалась, правильно стыковалась с другими компонентами продукта. Это очень такой здравый подход к разработке, особенно больших игр. Он активно используется, очень часто используется в студиях, которые делают распределенную разработку, то есть там, не знаю, одна студия в Киеве, другая в Минске, третья в Москве, четвертая в Питере. Они делают один продукт. Вот им неизбежно надо делиться на какие-то такие команды. Дальше. Бывает вариант, когда, опять же, в больших командах чаще всего есть еще некая группа спецназа. Группа спецназа отличается от фич-тимы тем, что она непостоянная. И ее состав непостоянный, и ее время существования достаточно недолгое. То есть ее задача, в общем-то, навалиться на проблему при наличии проблемы. То есть вон, определили, что, вот, не знаю, команда по производству стрельбы вдруг стала отставать от планов, и вообще стрельба-то какая-то скучная получилась. Ну вот не затащили они, у них все классно выглядит, например, но скучно играется. И можно собрать тогда какую-то небольшую экспертную команду, которая навалится на эту конкретную проблему, решит ее и дальше пойдет по своим делам. Практикуется, буду честным, практикуется в тех коллективах, где есть доверие и открытость друг к другу, и люди готовы слушать друг друга, что, в общем, не всегда так. Поскольку, повторюсь, вначале сказал, что мы тут все очень умные, творческие, и часто свое умность, свою гениальность ставим на первое место перед всеми. Считаем, что мы самые умные. Вот. А во всех вариантах, когда у нас выделяются команды, которые занимаются отдельными компонентами, мы наблюдаем, как правило, еще наличие некой команды в центре всего. Ну, то есть центральная команда, она может быть, например, технологической. То есть есть люди, которые пишут основной движок и код, на которые надстраиваются остальные кирпичики. Команда может быть продуктовой. То есть есть люди, которые отвечают за бизнес и за то, чтобы игра соответствовала ожиданиям пользователей, за то, чтобы она хорошо продалась потом, а на это надстраиваются все остальные команды. Ну, по-разному бывает, но, как правило, ядро есть, и это ядро отвечает за то, чтобы все остальные, опять же, были синхронизированы, вовремя довезли свои компоненты и собрали в интересную игру. Вот. Также, опять же, в ситуации, когда мы говорим о больших компаниях, очень часто выделяются функциональные команды,
типичная функциональная команда, например, это команда тестировщиков. Тестировщикам по большому счету все равно, что тестировать, но если у нас есть некие циклы разработки, там мы раз в месяц делаем сборку игры. Вот. Пока мы сборки не сделали, там, тестировщикам нечего делать. И они в это время могут тестировать какую-то еще игру, или предыдущую версию, или параллельную ветку. Ну и, соответственно, они собираются не внутри продукта, часто даже не внутри той же самой студии, а в какую-то функциональную команду, которая просто обеспечивает обслуживание нужд игровых команд время от времени. Такой функциональной командой могут быть художники, например, которые делают большой поток графики. Просто, там, не знаю, собирают персонажей одного за другим. Им незачем быть включенными в фичер-тимы, потому что персонажи уже все придуманы, и они вот просто на поток, на конвейере делают персонажей. Вот, ну, завершая мысль, сильно все зависит от того, какой размер компании, какой размер продукта разрабатываемого и какие методологии приняты, насколько высока культура производства, насколько высоко заимствование из других индустрий. И, в общем, ну, какая вожжа попала под хвост конкретному менеджеру еще тоже, потому что бывает, что выбор подхода в методологии, он является скорее религиозным, чем бизнес-обоснованным. И да, мы к вопросу про вожжу, мы переходим к вопросу про конфликты. Был такой запрос, типа, что делать с конфликтами? Ну вот в больших командах, в сложных проектах конфликты наверняка случаются. И это действительно так. Конфликты случаются постоянно. Это нормально совершенно. Это не потому, что та или иная индустрия токсичная, или набирает некомпетентных людей, или еще что-то. Конфликты случаются, потому что в больших коллективах, особенно с разным вот функциональным делением, работают разные люди. У них разная культура, ценности, у них разные цели личные. И синхронизация этого всего в слаженно работающий механизм не может обойтись без трений. Ну, то есть всегда будут какие-то маленькие столкновения. Главное, чтобы они не перерастали в большие и в войну. Что делать для того, чтобы они не перерастали в большие конфликты и в войну? Ну, в первую очередь, важно строить доверительные отношения в командах. И под доверительным я понимаю не сюсюканье, а честность. Честность, открытость, способность как критиковать, так и выслушивать критику и реагировать на нее. Поскольку без этого не строится диалог, без этого не строится взаимовыгодное общение. То есть нужно уметь всегда выслушивать позицию другого, даже если ты с ним не согласен, и конструктивно, организованно оппонировать, спорить, совместно принимать решения, потому что тут тоже такой вопрос. Мы можем спорить о том, красить кнопку в красный или синий бесконечно, говорить о том, что зеленая мигающая кнопка лучше тусклой красной бесконечно. Это не тот спор, который приведет к реальным результатам. К реальным результатам приводит диалог, к реальным результатам приводит возможность переводить измеримые данные какие-то, но для того, чтобы измеримые данные создавать, собирать и использовать, нужно, чтобы друг друга люди опять же слушали, потому что если личная позиция выходит на первое место вместо уважения к коллеге, вместо уважения к его профессионализму, ну, ничего хорошего не получается. Ну, с такими людьми лучше не работать, прям скажем. Вот. Очень важно понимать, что независимо от того, в какую форму облечено производство, создание игры, ее издание, продажи, неважно что. Вот вся большая группа людей, которые работают над продуктом, это одна команда. По-хорошему, вся большая группа людей, которые работают в компании, включая там, бухгалтерию,
уборщиц, водителей, неважно, всех людей, которые работают в компании, это одна команда. Не буду бросаться словом «семья», потому что сильно всегда зависит от того, какая культура в компании транслируется, но команда точно. То есть, почему? Потому что есть одна цель. Вот к этой цели, преуспеванию бизнеса, запуску успешных, качественных продуктов должны идти все, включая уборщиц и водителей. Если это осознание будет в голове, то конфликт тоже, ну, несколько смягчаются. Из организационных моментов очень важно, чтобы в том или ином виде в командах присутствовала матрица ответственности. Под матрицей я понимаю, ну, некую табличку. Они бывают в разном виде. Есть такое понятие RACI-матрикс, например. Это, по сути, табличка, где мы пишем: Вася Петров отвечает за то-то, а Петя Васильев, вот в этом вопросе он не ответственный, он исполнитель. А там кто-то еще, он и не ответственный, и не исполнитель, но с ним обязательно консультироваться. И вот все эти взаимосвязи по конкретным задачам, по направлениям деятельности хорошо иметь записанными. Когда у нас есть матрица ответственности, мы можем сказать: за эту проблему, за эту задачу, за этот провал или за этот успех отвечает Вася Петров. Конкретный Вася Петров, а остальные были вовлечены вот так. И когда у нас возникает спор, в какой цвет красить кнопку, мы открываем матрицу и говорим: так за цвет кнопки отвечает Петя Васечкин. Все, вопрос закрыт. Петя Васечкин обязан посоветоваться с тем-то и с тем-то, но решение принимает он. И какого бы жара ни достигал конфликт про цвет кнопки, в конечном итоге есть конечный человек, который принимает решение. Это вот к следующему пункту про бизнес-задачи и их представитель. На верхнем уровне где-то тоже находится такой человек. Это совершенно не обязательно руководитель компании, совершенно не обязательно какой-то большой директор, но это представитель бизнес-задач. То есть вот есть творческие задачи, там придумать дизайн, нарисовать там персонажей, пушки классные сделать, эффекты красивые, музыку красиво написать. Это все здорово. Но есть еще бизнес-задача. Зачем игра делается? Она делается, чтобы заработать денег. Вот человек, который представляет эту позицию, он такая конечная точка принятия большинства решений с той точки зрения, что мы можем бесконечно красивые картинки рисовать, но если оно займет бесконечное количество времени, то, наверное, это лучше не делать, потому что бесконечного количества денег у нас нет, чтобы потратить на бесконечное рисование картинок. Вот. И именно этим занимается вот представитель бизнес-задач, продакт-оунер, бизнес-оунер, неважно. И он, как правило, еще и конечное слово в конфликтах, которые разрастаются чересчур сильно. Вот, завершая про конфликты, повторюсь, важно помнить: конфликт может быть конструктивным, конфликт может быть полезным. Вступая в конфликт, мы обнаруживаем какую-то болевую точку, которая нас может при ее разрешении, ну, то есть если мы не будем давить на эту точку друг другу, а попытаемся разрешить и избавить друг друга от боли, оно может вывести нас к новым, в том числе инновационным решениям каких-то проблем, которые мы не замечали. Вот, поэтому конфликтов не надо бояться, в них надо вступать с удовольствием, с радостью, просто с профессионализмом и без эмоций, без перехода на личности, скажем так. Составляющая успеха. Это, наверное, последний будет слайд про производство, которое основывался на собранных вопросах. Потом еще немножко поговорим про вопросы неотвеченные. Сложно говорить о том, что вообще приводит игровой продукт и игру, сервис и маленькую, и большую к успеху, потому что если бы были прям воспроизводимые истории, если бы можно было прямо сказать: а вот делайте так, и все у вас будет классно, то было бы гораздо больше хороших игр, гораздо больше людей, которые, делая игры, заработали, а не разорились. Но какие-то составляющие успеха, тем не менее, выделить можно. Вот есть такое понятие product market fit,
То есть то, насколько продукт подходит рынку. Это очень такое синтетическое понятие, собранное из разных-разных, но в целом это, вообще говоря, вопрос о том, ну, понятие о том, как мы отвечаем на вопрос, что такое успех. Вот. Грубо говоря, если у продукта есть product market fit, он подходит рынку, то чаще всего владельцы и разработчики этого продукта уже не думают про product market fit. У них все хорошо. Ну, то есть у них денег много, пользователей много, у них пришел уже успех. И они о составляющих этого успеха не думают. А вот те, у кого он еще не достигнут, или те, кто еще находится в процессе разработки продукта, хорошо бы, чтобы садились и думали, а что такое для меня успех? Каким образом я этот успех для себя измеряю? Чего я должен достичь? И вот отвечая на вопрос, чего я должен достичь, чаще всего не в смысле того, что я 100-500 миллионов должен заработать, а какие составляющие у того, что я заработаю 100-500 миллионов, вот product market fit и достигается. То есть я там могу говорить о обратной связи пользователей, могу говорить о каких-то метриках, сколько пользователей играют в первый день, в десятый день, могу говорить о том, сколько конкретный пользователь в месяц платит. Тоже такая метрика нормальная. Могу какие-то технологические абстрактные вещи вводить. Ну, то есть важно не то, что какая методология, какой подход используется, а важно то, что люди сели и задумались, а что для меня успех и как я это меряю? Вот, ну, прям по стадиям на каждом этапе производства. То есть на этом этапе производства для меня успех вот это, на этом вот это, а в конечном итоге я приду вот к этому, и на рынке у меня будут вот такие параметры у продукта. Как я уже сказал, одним из таких параметров и для меня, мне кажется, очень прям важной историей, это постоянная обратная связь от пользователей, критика, рекомендации, опросы по конкретным темам. То есть вот получение этой обратной связи, оно очень важно. Оно заставляет нас возвращаться к началу процесса, к тому моменту, когда мы в дизайне пытались под кожу пользователю залезть, в его шкуру встать, так и сказать, я сейчас Вася Петров, мне 12 лет, я хочу Майнкрафт-шутер. И ну, у нас вот есть у нас уже Майнкрафт-шутер, мы его сделали, и у нас пришла обратная связь, и Вася Петров из далекого Сыктывкара говорит нам, знаете, а вообще отстой, вы ерунду какую-то сделали, переделайте. И мы такие, кажется, мы в шкуру не того Васи Петрова залезали. Вот. В общем, работа с обратной связью, это не про то, чтобы просто послушать нытье и переделать, это про то, что мы собираем из различных источников мнение пользователей, пытаемся вновь и вновь понять их боли и радости и изменять свой продукт, реагируя на это. То же самое мы делаем, когда мы работаем с данными. Потому что Вася Петров, помимо того, что пишет чего-то на форумах, в соцсетях и в мессенджерах, и орет в Дискорде, он еще играет. Ну, я надеюсь, что он еще играет, потому что иначе он не пользователь для нас. И вот Вася Петров и тысячи таких, как он, играя, оставляют за собой цифровой след. Что они делали, когда они стреляли, когда они перезаряжали оружие, когда они покупали новые пушки, надевали новые шапки на своих новых персонажей и так далее, и так далее. В общем, они оставляют много-много данных, бигдату. Мы эту бигдату можем собирать, анализировать, обучать на основе этих данных какие-то алгоритмы, которые нам дают, как сказать, предсказания о поведении пользователей, либо просто принимать решения по изменению продукта, опять же, на основе того, что мы знаем о поведении пользователей непосредственно в игре. Ну, как пример, есть такая штука, как температурные карты, heat maps. Мы можем трехмерную карту игры взять, положить на двухмерную проекцию, схематически изобразить эту карту
И все перемещения игроков, ну скажем, танков в рамках одной игровой сессии нарисовать поверх этой карты. А потом взять и повторить этот процесс еще 100 тысяч раз для 100 тысяч других игровых сессий. Что нам это даст? Это нам даст поверх схематично изображенной игровой карты такую размазню цветовую активности пользователей. И мы сможем понять, ага, в этой точке игроки чаще всего умирают. В эту точку они чаще всего едут, когда видят противника там на правом фланге. А вот в эту точку они не доезжают никогда, а мы вообще там, ну, пасхалку спрятали, и эту пасхалку никто не находил, потому что мы не нарисовали туда тропинку. Ну, то есть множество каких-то выводов может делаться на основе того, что мы собрали в одном месте много данных о том, как игроки вообще себя вели. Ну, то же самое про тесты. В общем-то, много-много тестов для меня представляется так. Мы тестируем продукт в процессе производства и после его запуска в различных аспектах. Ну, то есть тестирование может быть не только качественное. Мы тестируем его, чтобы найти барьеры взаимодействия, чтобы найти, где пользователь не может обнаружить кнопку, подсказку, не понимает, где спрятан ключ от двери, который он должен найти и открыть. Мы можем это делать на основе обратной связи, просто понимать, что ну, не находят и пишут нам на форуме, жалуются, что не нашли ключ. А можем сами провести специальные тесты, где в контролируемой среде, в специальной лаборатории, не 100 тысяч, а всего 10 игроков поиграют в игру и скажут нам примерно о тех же проблемах, которых потом напишут 100 тысяч. Вот, ну, раздражать 100 тысяч игроков хуже, чем собрать 10, и дороже на самом деле, чем собрать 10 и заранее потестировать на них проблемы взаимодействия. Вот, ну и на основе всего этого, повторюсь, обратной связи, сбора данных, тестирования, нам необходимо делать постоянные изменения продукта. Для чего? Для того, чтобы ну, во-первых, исправлять продукт, во-вторых, бежать быстрее конкурентов. В принципе, сейчас ну, практически все игры, которые удерживают внимание пользователя дольше, чем в день запуска, они живут по принципу постоянных изменений. Для мобильных игр это практически еженедельные изменения, для PC, консольных игр, это могут быть ежемесячные или несколько раз в год, но такие изменения делаются для того, чтобы поднять пользователей и наращивать, соответственно, успех, коммерческий успех продукта. Ну, из банальности я могу сказать то, что одной из важных составляющих успеха является тот факт, что разработку нужно планировать, а производство и оперирование продуктом должно быть управляемым. Происходящее с продуктом в любом должно быть абсолютно прозрачным для его руководства. И должны быть метрики, ключевые индексы, так сказать, которые нам нужно достичь для того, чтобы сказать успех, не успех. Ну, то есть, как выглядит успех, надо понимать, и надо все время мерить, а в ту ли сторону мы идем. Это банальность, казалось бы, но зачастую, особенно в маленьких начинающих студиях, этим пренебрегают планированием, постановкой задач регулярной, прозрачностью исполнения задач и измеримостью этих задач. Маленькие студии, начинающие разработчики пренебрегают очень часто и от этого страдают. Вот, это последний слайд, честное слово, больше не буду вас утомлять. Быстро пробегусь по вопросам, которые не ответил, но они были заданы перед презентацией. Как можно предложить идею для Wargaming? Какова вероятность, что ею заинтересуются? Честно скажу, у нас было несколько итераций, несколько разных состояний компании по вопросу приемки идей. И вот сейчас прямо таких открытых дверей для приемки идей, по сути, нету. То есть мы жили когда-то в мире, в котором у нас была такая лаборатория, где вот варилось все, можно было прийти, пообщаться и что-то предложить. Сейчас эта история скорее про то, что мы все-таки больше делаем внутри.
Это не значит, что нельзя предложить идею, но это значит, что, скорее всего, для того, чтобы она была реализована, надо попасть внутрь, какое-то время с нами вместе повариться, поработать, быть частью успешного продукта или студии, и вот потом уже реализовывать собственные идеи, если они к тому времени будут актуальны. Почему популярна World of Tanks? Для танков совпало несколько ключевых, так сказать, факторов. Во-первых, в момент, когда танки были сделаны, в принципе, ну, таких тяжелых, больших, бесплатных игр на рынке было очень немного, и большинство из них были азиатские. В России были в основном браузерные бесплатные игры. И вот как раз из браузерных бесплатных игр и пришли ребята, которые тогдашнему уже взрослому и серьезному варгеймингу, тогда уже компании было там сколько, 10 лет, наверное, они помогли собрать новую идею, новую концепцию того, как сделать бесплатную онлайн-игру, но большую. А с другой стороны, вот в варгейминге в самом, в Минске, была очень мощная студия производства, которая делала до этого много игр про войну, в том числе исторических игр про войну, таких как «Операция Багратион». И ребята обладали, ну, классными компетенциями, они умели делать про, вот, про танки, про Вторую мировую, про то, что может восприниматься как серьезная игра, как игра такая для взрослых, для там, толстых, пузатых мужиков вроде меня, вот, которые, ну, уже не особенно играют в розовых ушастых поней. И вот это совпадение экспертизы про онлайн-игры, которая была в основном пришла в компанию, экспертиза в производстве классных игр про войну и исторически достоверных игр про войну внутри компании. Ну и плюс еще была найдена технология, на которой это все можно сделать. И выбран сеттинг, так сказать, вот этот про танки, про историческую достоверность, про период там, середины 20 века, которым никто всерьез не занимался. То есть никто не думал, что в этой нише игры для взрослых людей, в основном взрослых мужчин, в России может быть такой серьезный отклик. Вот. Поэтому, собственно, ну, популярна World of Tanks, поскольку совпали специалисты, экспертизы, технологии, и при этом получилось обратиться к тому рынку, на который никто не обращал внимания. Ну, то есть, условно говоря, взрослые мужчины, которые не хотели играть в детские, по их мнению, игрушки. Я сам не такого мнения, я сам играю во все, что угодно. Я люблю игры в целом как феномен, но я понимаю при этом, что в мире и в России есть масса людей, которые считают видеоигры детскими игрушками. И вот для них как раз-таки World of Tanks оказался той видеоигрой, которая была не детской. Апробация идей во время разработки. Я уже поговорил немножко сегодня про то, как мы работаем с идеями. Пару слов буквально скажу. Мы долгое время работали с прототипами, то есть пытались сделать идею, воплотить в какую-то маленькую играбельную версию, вот там маленькую демо-версию того, что мы придумали, чтобы вот в это поиграться и потом решить. Она будет страшненькая, она может быть вообще бумажной, без кода, просто как карточная игра, но можно в нее поиграться и решить, работает, не работает механика, актуальна, не актуальна идея. Сейчас мы от этого подхода в основном отказались и работаем по уже упомянутому подходу MVP. MVP от прототипа отличается в первую очередь тем, что вы реализуете не только механику, и не столько механику, сколько воплощаете минималистичное, очень крошечное, демонстрационное на представление пользователя о том, как он вообще этим будет пользоваться, как продуктом. То есть не просто побегать и пострелять, а
воплотить все аспекты этого, и интерфейс, и фантазию в голове пользователя о том, кто он такой, когда бегает и стреляет. И, может быть, какую-то озвучечку, где-то роличек, эмоциональную вовлеченность. То есть представить вот весь продукт, но маленьким узким срезом. Это один из подходов, который мы сейчас используем. Второй, он тоже связан с MVP, но он такой еще более нечестный, скажем так, по отношению к пользователю. Мы вообще не даем никакой игровой механики, мы вообще не даем никакой демо-версии, но создаем с пользователем диалог, коммуникацию на тему несуществующей игры. Это называется коммуникационный MVP, собственно. И, по сути, это ну, либо видеоролик несуществующей игры, либо скриншоты, сайт несуществующей игры. Куда пользователь приходит, он узнает о ней и может дать нам обратную связь о том, как он у себя в голове поиграл в игру, которой на самом деле нет. Вот. Это, на самом, ну, это самый дешевый, наверное, способ проверить идею, не делая вообще ничего, кроме фейковых скриншотов, видео и маленького сайта. Очень прям рекомендую стартапчикам, если у вас будут в свое время стартапчики по производству продуктов игровых, делать так до того, как вы написали первую строчку кода, нарисовали первую картинку, потому что это позволяет понять вообще, есть ли спрос. Ну, то есть вот, возвращаясь к Product Market Fit, есть ли спрос, есть ли вообще интерес в том, чтобы у людей такая игра на полке появилась. Сложности при работе в большой компании. Обычно, чем больше компания, тем больше бюрократии, тем больше процессов, дисциплины, каких-то устоев. Чем старше компания, тем больше традиций негласных еще. И тут главный вопрос, всякий раз, как человек работает и сталкивается с этим как сложностью, насколько это все ему подходит. Потому что в отличие от там, армии или тюрьмы, прости господи, люди не обязаны находиться внутри конкретной компании. И если человеку не подходят культурные установки, если ему не подходит атмосфера внутри компании, еще что-то такое, ему проще просто там не работать, ну, не переламывать себя. И таким образом сложности, они обычно про то, чтобы стать частью системы, поскольку в большой компании личный вклад, как правило, снижается. То есть важен коллективный вклад, важно коллективное усилие, совместная работа и ну, некоторая скромность внутренняя, чтобы не говорить, что вот это сделал я. Нет, это сделали мы, это сделала команда. Это сложно на самом деле, особенно людям, которые не работали раньше в крупных структурах. Как должен действовать разработчик, чтобы попасть в Wargaming? Ну, у нас всегда есть вакансии, и самое простое действие – это просто устроиться на работу через наш сайт, через наши вакансии. Для ребят, которые молодые и еще только начинают свой карьерный путь, в нескольких городах, в нескольких офисах у нас бывают стажировки, в том числе обучение по разным специальностям. И если последить за нашим сайтом, то можно на такие стажировки натыкаться, устраиваться, приходить, получать какие-то знания, ну и, возможно, предложение поработать в том числе. Ух, на этом у меня все. Давайте, может быть, посмотрим, есть ли у нас какие-то вопросы еще в чате. Прием. Ну, это шутка, да. Пинки, что? А, отлично. Пони наши все на самом деле. Есть плюсы и минусы свои. То есть
Я работал в стартапах и в больших компаниях. И, ну, как я сказал уже, если удается смириться с тем, что личный вклад значит меньше, чем коллективный, и, ну, с тем, что надо строить какую-то карьерную лестницу себе и думать о том, как двигаться вперед, вместе с коллективом, ну, то есть не вместо, а вместе, то нормально. Если человек не корпоративный, не командный игрок, то проще, конечно, в маленьких историях участвовать. Там можно и успеха порой добиться быстрее, и провала быстрее, и личный вклад там, в условной инди-студии, либо небольшой студии, он существенно выше. С другой стороны, ну, чем больше компания, тем больше, как правило, стабильность, тем меньше надо думать о каких-то бытовых своих вопросах, там, а какая будет зарплата, а чего я буду делать через год и так далее. То есть есть некая определенность, которая позволяет, ну, высвободить, что ли, творческий потенциал без того, чтобы кушать дошираки при этом. Ну, ничего против дошираков не имею. Я в стартапное свое время поел их изрядно. Но когда тебе 40, ты уже думаешь о том, что, ну, в принципе, наверное, они не очень полезны для желудка. Ну что, если больше вопросов нет, спасибо тем, кто сегодня пришел нас послушать. Маленькие команды могут быстрее реагировать на изменения рынка. Это не про продуктивность. Ну, в смысле, они могут быть более продуктивны с помощью переработок. То есть, когда ты живешь в офисе, ешь дошираки и пьешь водичку из-под крана, и ни на что больше не отвлекаешься, а еще лучше, чтобы этот офис прямо у тебя дома был, то, конечно, можно работать 24 часа в сутки, быть очень продуктивным. Ну, в ущерб всему остальному. Но из плюсов действительно маленьких команд в том, что они не тратят время на бюрократию, они не тратят время на согласование, они могут очень быстро реагировать на изменения рынка. То есть, если вы делали, там, не знаю, Minecraft-шутер в пятером, а потом оказалось, что конкурент, у которого 100 тысяч человек работает, выпустил супер крутой Minecraft-шутер, то вы, в принципе, вот прям в тот же день, как об этом узнали, можете собраться и решить, ну окей, у нас будет Майнкрафт-платформер или там Майнкрафт-тетрис или еще что-нибудь, и начать переделывать. А в команде, где много людей работает, где большой какой-то коллектив, сложные процессы, конечно, такое решение принимается дольше, деньги тратятся и так далее. Вот, просто, ну, с другой стороны, студия из 5 человек никогда не сделает Assassin's Creed, просто потому что у них ни ресурсов, ни времени, ни денег на это нет. Что там еще было с вопросами? Сори, я упустил. Сложно. Ну, то есть сложно говорить про инди, и какие-то наставления, мудрые советы. Слушайте, ну, молодым я скажу, пробуйте, дерзайте, потому что в крайнем случае у вас будет гастрит и проект в портфолио. Вот. А может оказаться, что гастрит и успех, и денег заработаете. Ну, то есть и то, и другое лечится, и потом можно найти работу, либо сделать следующий успешный продукт. То есть в молодости я считаю, что, ну, не постартапить глупо, не поделать инди прям глупо, потому что это, ну, уникальный опыт, его по-другому никак не приобретешь. Это уникальный предпринимательский опыт, это уникальный творческий опыт. Как без него-то? Другое дело, что, ну, надо трезво оценивать, зачем делается инди-игра и зачем делается инди-студия. Если она делается ради удовлетворения собственных творческих амбиций и больше ничего,
то, ну, мне жалко людей, которые этим занимаются, потому что они, гонясь за своими творческими амбициями, упускают все остальное. Ну, в первую очередь, карьеру и доход. И карьера, и доход — это сейчас не то, чтобы я там меркантильный сильно был и хотел все деньги мира заработать. Просто деньги — это, ну, вообще востребованность, популярность игры, успех — это некоторое мерило качества. То есть можно быть супертворческим, но если это никому не нужно, то, наверное, не надо этим заниматься. А если вот получается совместить востребованность и, ну, некая независимость, некий такой странный взгляд на реальность, вот тогда классно, тогда надо прям 100% этим заниматься. Возможно, это история на всю жизнь. У нас есть печеньки, конечно. На темной стороне. У нас, кажется, уже по времени. Это у вас не было, а у меня еще сегодня рабочий день. Спасибо всем, кто пришел. Спасибо, что пригласили. Удачи там всех забороть на хакатоне. На джеме, как это у вас называется? На джеме, да. Спасибо.